сделать. Для проблемы просто по дорогам, чтобы залечить полностью дорожное полотно, необходимо изъять опоры, которые подлежат демонтажу и которые находятся на дорожном полотне непосредственно. Значит, Аптхаус говорит, что они это берут на себя, опоры демонтируют, и места, ну скажем, которые образовались после демонтажа, они самостоятельно уложат асфальт. Значит, по объему работы, я считаю, что 80%. Здравствуйте, это кто прибыл у нас? Это мы собственник, да? Да, по улице Мира, 11 Б потом, да? Хорошо, присаживайтесь. А как ты можешь, правильно? Я отец Димона. Отец? Да, он болит сейчас. Ваша фамилия, присаживайтесь. Так. Осталось вложить асфальт в конце, в начале там Мира. Считаю, что 80% объемов работ выполненных по Мира, подрядчика. То есть участки какие остались не выполнены? В районе вот как раз проблема участка Батона, и там, где вскрытие было ТК «Восток» проводили. ЮВР-24 там, по-моему, 26. На участке, получается, Кравченко, Вертенкова, наша работа полностью выполнена. Там я вижу бордюрный колес. Остались только проезды, правильно? Парковки и проезды, я так понимаю, которые между островками. Да, проезды. Места разрывов. Так. Мы сегодня до вечера основная часть делаем, и там, в самом конце, где Батон, где вот это была копана дорога, мы начали уже фрезеровать. Я думаю, завтра начнем уже свой асфальт. Хорошо. Те бордюрные камни, которые пришли в негодность в результате там передвижения, я так понимаю, определенной техники, там что, когда... Мы сейчас вот первый раз встретились сегодня после этого. Сейчас поедем на месте, разберемся, пока человек не в курсе. Там ничего не делал.